23 февраля, в День защитника Отечества, представители парламента города и республики, администрации и муниципальных ведомств Каспийска поздравили ветерана Великой Отечественной войны, каспичанина Мусу Багаудинова. Они подготовили для него различные подарки и презенты. Поздравить ветерана пришли председатель собрания депутатов города Абдулвахид Джаватов, заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов, депутат Народного собрания Республики Дагестан Давлетхан Алиев, директор УСЗН Джафар Насиров, начальник управления культуры города Каспийска Мурат Магомедов и многие другие. Кроме того, они обсудили с ветераном Великой Отечественной войны актуальные и беспокоящие его вопросы, которые взяли под контроль для скорейшего решения. После Муса Багаудинов рассказал присутствующим историю этого праздника и о событиях года Великой Отечественной войны. Завершилось мероприятие общим фото.